Мощенков Леонид Иванович родился в деревне Большие Углы, ныне Череповецкого района Вологодской области. В довольно раннем детстве лишился родителей, воспитывался у родственников, пас скот, овладевал сапожным ремеслом. Вступил в комсомол и как активист был направлен пионервожатым в 24-ю школу города Череповца. В 1935 году его призвали в армию. Он служил в конном дивизионе в городе Вологда. Затем отличной боевой и политической подготовки Мощенков был направлен в Ленинградское военно-политическое училище. После двухгодичного курса ему присвоили звание политрука, и он был направлен служить на Дальний Восток. Когда началась Великая Отечественная война, эта часть была переброшена на Запад, была близко Москву. 27 октября 1941 года в одном из сражений он получил ранение и попал в госпиталь. К началу летних наступательных операций 1943 года капитан Мощенков уже командовал мотострелковым батальоном в гвардейском танковом соединении в составе Брянского фронта. Подразделение Леонида Мощенкова отличалось в боях на Курской дуге. 21 июля завязался ожесточенный бой за сильно укрепленный опорный пункт фашистов – поселок Субботинский. Когда плотный огонь противника прижал красноармейцев к земле, группа десантников, возглавляемая Мощенковым, успешно ворвалась в поселок. В этом бою Леонид Мощенков был ранен, не погиб в ходе боя. Когда он повел свой батальон в атаку, то получил второе смертельное ранение. В этот же день скончался в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Леониду Ивановичу Мощенкову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В честь него названа улица в городе Череповце. Борисова София, Воскресенская школа, Череповецкий район.